бежок. Я приглашаю на сцену авторов этой песни, которые приехали сегодня специально из Москвы. Заслуженный артист России, композитор Валерий Семин. Член Союза писателей России Валерий Калинкин. Привет. Спасибо большое. Вам слово. Добрый вечер, друзья. С праздником. Уже мне Питер будет слышаться отныне не только плеском Невской волны, не только громом зенитовской трибун, но и очарованием вашего вокала, Алена. Стихают Невские ветра, когда светло и окрыленно в великом городе Петра поет петровская Алена. Дорогие друзья, вот мы же такие сумасшедшие в хорошем смысле слова. Он постарше, я помоложе. Влюбились в вот эту девчонку, мы с ней общаемся. Первый раз, вот серьезно, дай руку потрогать твою. Мы с ней общаемся каждый день. Вы знаете, вот мы ехали, я ей пишу, она говорит, да отстаньте, дайте мне приготовиться к концерту. Я говорю, Михалыч, давай что-нибудь напишем. У вас же есть песня такая замечательная. Вот эта. Надо текст написать. Вот пока ехали в Сапсане, за час примерно написали. Я по бумажке, сейчас споем для тебя и для вас. Город над Волиной Невой прибыл я, чтоб встретиться с тобой. С песнею твоей, с песнею моей мы с тобою навечно при ней. С песнею твоей, с песнею моей мы с тобою навечно при ней. Знаешь, конечно, сама, от тебя весь Питер без ума. С самых первых нот расцветет народ, лишь Петровская нам запоет. Подпевайте! С самых первых нот расцветет народ, лишь Петровская нам запоет. Только включу я шансон, дюм-дюм-дюм, и замру тобою восхищен. Услыхать тебя на закате дня, медный всадник слезает с коня. Услыхать тебя на закате дня, медный всадник слезает с коня. Он слезает! И только ты, Алена Петровская, всегда на коне, как сегодня, на главной сцене великого города, на Неве. Спасибо тебе. Благодарю вас. Благодарю вас.